Всем привет! Мы делим бабки, это клуб бабки. Сегодня мы открываем макси-киндеры. Вот такие большие, красивые макси-киндер-сюрприз. Давай покажем их сначала и будем открывать. У нас есть один макси-киндер Барби, один макси-киндер принцессы и один макси-киндер Плеймобиль. И Алис, даже чтобы открывать такие красивые киндеры с принцессами, сама нарядилась в красивое платье принцессы и в корону, да? Надела корону, у нее есть такая красивая волшебная палочка. Ну что, мы начинаем с какого, Алис? Какой сначала? Такой. Такой. Давай, сначала открываем вот такой большой. Он так красиво упакован, что даже жалко разворачивать вот это. Все вот это красивое дом. Садись. На тебе тарелочку. Садись. Посмотри, здесь оно уже сразу вот такое огромное и на такой тарелочке. Ну, Алис, это же не настоящее яичко, это же шоколадное. Смотри-ка, ну ничего себе. Это правда какое-то громадное совсем. Нет, так не получится. Давай я тебе помогу. О, какой большой. Я все могу. Ну смотри, что там. Давай-ка, ну зачем ты? Ой, какой красивый сюрприз. Ну-ка, давай посмотрим. Ага. Вот это да. Какая большая. Печечечка. Печь. Вот такая вот принцесса красивая была в таком платье. И вот такая вот лошадка хорошенькая. Держи, Алис. На. Ого, вот это да, красивые. Какие сюрпризы у нас, да, Алис, попались? Принцесса. Ну, в общем, это вот та принцесса, у которой вот такие длинные волосы. Только я не помню, как она называется по-русски. К сожалению. Хорошо. Давай дальше открывать. Не надо шоколад трескать. Я покажу картинку только. Вот картинка. Вот такая принцесса. Здрасте, ты будешь кушать. А открывать кто будет тогда? А это мама. Ну хорошо, вот это мама. Ну что, мы какой открываем, Алис? Плеймобиль или Барби? Барби? Давай Барби. Небольшой лети, кошка тело отец. Небольшой лети, кошка тело отец. Ой, как хорошо поешь, молодец. А котята прицепились и немножко прокатились. Нет, не яичко большое, а сюрприз маленький, смотри-ка. В этом яичке. Подожди, подожди, давай его откроем. Давай откроем. Это ногти такие красивые, наклеечки на ногти. Тут маленький. И маленький. Вот такие маленькие. И пилочка для ногтей. Вот такая пилочка Барби. Давай. На машине там сидит. О, она на машине поехала. Это печенье. Давай третий пока откроем, Алис. Открываем вот этот? Да. Давай, да, это чуть-чуть потрескалось, но здесь есть капсула хотя бы. Ой, смотри, оно растрескалось, твой мобиль ваш.
Подержи, я уберу шоколадки. Смотри-ка, что там. Что там такое? Да, посмотрим. Там фигурка Playmobil. Подожди-ка. Вот сильно, посильно. Смотри, Алис, здесь вот такая вот девочка Playmobil. Смотри, какая хорошенькая. Это фея, посмотри, у нее крылышки есть. Ничего себе, это настоящий Playmobil, Алис. Вот здесь книжечка Playmobil. Со всякими штуками, какие у них есть. И вот такая фея. Давай крылышки сделаем, смотри-ка. Это фея Playmobil. А, смотри, у нее есть такая стекоза. Дай-ка это крылышки. Вот сюда прицепляются крылышки. А это волшебная палочка. Есть волшебная палочка. Вот так вот. Вот, и есть вот такая стекоска красивенькая. На руку сажается. Вот такая красивая фея Playmobil. Ну надо же. А у нее волосы снимаются. Что у нее вообще снимается? Вообще-то Playmobil, она должна все сниматься. Да, смотри, она вся разбирается. Видишь, Playmobil это чтобы играть. Он весь разбирается. Юбочка тоже у нее снимается, кажется. Да, должны, по идее, ножки тоже. Ну вот, такая красивая принцесса. Тебе нравится, Алис? Смотри, какая красивая. Давай я надену пока это платье, ты посмотри пока фею свою. Она будет печать. Ну вот, такие красивые у нас сегодня сюрпризы. Ну покажи еще раз, какие сюрпризы у тебя. Вот такая фея, пилочка, лошадка. Эй, принцесса. Окей, вот твои наклейки для ногтей красивые. Вот так, давай я тебе сделаю. Давай, на какой пальчик ты хочешь сделать? На вот этот. Вот, покажи свои красивые ногти, принцесса. Ох, какие красивые получились. Mm. Ой, ты сушишь ногти? Высохли? Высохли. Вот так. Посушила. Подписывайтесь на канал Планета Алис. Ставьте лайк. Пока-пока.